Анонс и точная дата выхода второй серии нового турецкого сериала «Эй, Султан». Вторая серия сериала выйдет в эфир 14 мая. Ранее в сериале мы увидели, как в центре происходящих событий оказался один из самых прославленных проповедников. Его имя Абдул-Кадир Гилани. И он известен всем мусульманам, живущим не только на Востоке. Он стал основателем суфийского ордена Кадирия. Никто и никогда не перечил богослову, и с его помощью социальное равенство только процветало. Когда ему исполнилось 18 лет, то Абдул-Кадир покинул свой город и отправился в долгое путешествие. В Багдаде он посвятил себя полностью изучению мазхаба ханбалитов. В этот же момент он принял важное для себя решение и стал вести отшельнический образ жизни. Он хотел доказать людям, что в жизни не так много нужно, и даже таким образом можно чувствовать себя вполне счастливым человеком. В 1127 году Гилани решил вернуться в родные места и затем стал эмиром. Он стал проповедовать обществу свою веру и начал преподавать богословие. Его жизнь была такой, что ему всегда было что рассказать и чем удивить окружающих людей. Она очень многогранна и, несмотря на долгие годы, была интересной. Для своего народа главный герой смог принести огромное количество пользы. Он всегда переживал и старался сделать все, что только было в его силах для бедных людей. Народ его посчитал и очень любил. Вторая серия сериала выйдет в эфир 14 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.